дорогие друзья, и опять в наши дома пришел самый долгожданный праздник. Новый год. Мы с детства знаем этот праздник и, конечно же, с нетерпением ждем его. Потому что на этом празднике самый главный человек – это добрый Дедушка Мороз, который исполняет наши желания и приносит нам подарки. Но если какое-нибудь желание вдруг не исполнилось, то вы не расстраивайтесь. В этом году оно обязательно сбудется. Надо только верить в это. В Новый год случаются чудеса. Ну, а мы желаем вам в новом году, конечно же, крепкого здоровья, семейного счастья, хорошего настроения. С Новым годом вас, люди добрые! С Новым годом!